Найдите отношение площадей двух квадратов, стороны которого относятся в первом случае как 3 к 4, во втором случае как 2 к корню из 5. Для начала запишем дано. Четырехугольник ABCD квадрат. Четырехугольник КТМП также квадрат. В первом случае сторона АВ так относится к стороне КТ, как 3 к 4. Во втором случае сторона АВ так относится к стороне КТ, как 2, деленное на корень 5. Найти в первом случае отношение площади квадрата ABCD на площадь квадрата КТМП. Во втором случае то же самое. Площадь квадрата ABCD на площадь квадрата КТМП. Напишем формулу площади квадрата. Площадь квадрата равна квадрат его стороны. Эту формулу необходимо знать. Рассмотрим первый случай. В первом случае сторона AB так относится к стороне КТ, как 3 к 4. Когда мы получаем такое соотношение, чаще всего вводят переменные. Пусть сторона АВ равна 3х, тогда сторона КТ будет равняться 4х. В этом случае при соотношении у нас получится верное равенство. Рассмотрим площади. Площадь квадрата ABCD будет равняться квадрату его стороны AB в квадрате. В нашем случае AB это 3х. 3х в квадрате будет равняться 9х в квадрат. Рассмотрим площадь КТМП. Тогда площадь квадрата КТМП будет равняться КТ в квадрате. КТ в условии равно 4х. 4х в квадрате это 16х в квадрате. Найдем отношение площадей. Площадь ABCD на площадь КТМП будет равняться. Площадь ABCD это 9х в квадрат. Площадь КТМП равна 16х в квадрат. Сократим х, и тогда мы получаем, что площадь ABCD на площадь КТМП равна 9 16. Рассмотрим второй случай. Во втором случае сторона AB так относится к стороне КТ, как 2, деленное на корень из 5. Так же, как и в первом случае, ведем переменные. Пусть сторона AB равна 2х. Тогда сторона КТ будет равняться х корней из 5. При нахождении соотношений мы получим верное равенство. Рассмотрим площадь квадрата ABCD. Во втором случае площадь квадрата ABCD равна AB квадрат. AB равна 2х. Получается 2х в квадрате. Или 4х в квадрат. Рассмотрим площадь КТМП. Площадь КТМП это КТ в квадрате, или х корней из 5 в квадрате. Возведем в квадрат и получаем 5х в квадрат. Найдем соотношение площадей. Тогда площадь ABCD на площадь КТМП будет равняться. Площадь ABCD это 4х в квадрат, площадь КТМП 5х в квадрат. Сократим х в квадрат и тогда получаем 4 пятых. Запишем ответ. Площадь ABCD на площадь КТМП в первом случае будет равняться 9 16. Во втором случае площадь ABCD на площадь КТМП равняется 4 пятых. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.